Мы находимся в станице Дмитриевской Кавказского района. Фермерское хозяйство Маслова Николай Николаевич. Вот можете снять, вот показать. Вот наше домовладение, это наш офис, так сказать. Это домовладение наше, это вот наш такой импровизированный офис. Что хотелось бы сказать? Вот, значит, на днях Элла Александровна Панфилова обозвала нашего друга и коллегу Павла Николаевича Грудинина колхозником, что до глубины души задело нас. В принципе, конечно, на сегодня уже такой формы собственности, как колхоз, и не существует, но мы, сельские жители, себя ассоциируем именно вот с колхозниками, хотя, конечно, колхозов давным-давно нет. Они давным-давно захвачены по большей части бандитами и к сельским жителям практически не имеют никакого отношения. Что нас задело до глубины души, так это ее выражение. Она нас обозвала колхозниками. А мы что? Раз мы колхозники, мы себя ассоциируем с этим названием. Мы что, другой низшей расы? Я считаю, что МВД или следственные органы, следственный комитет обязаны провести служебное расследование. И мне вдвойне это удивительно, поскольку Элла Александровна Панфилова была омбудсменом, была уполномоченным по правам человека, буквально до Татьяны Николаевны Москальковой. И вот такое разделение, особенно из ее уст, меня вообще задевает до глубины души, и я хотел бы, чтобы и от нашего имени так же самое было проведено расследование на соответствие ее и занимаемой должности, и положению, и вообще разжиганию розни по признаку какого-то классового неравенства. Такого быть не должно. Элла Александровна, кто у нас, в общем-то, что у вас будет на столе, если мы вот каждый день не будем работать? Вот да, мы колхозники, вот мы каждый день работаем вот на этой технике. Мы производим продукты питания, а вы нас обзываете колхозниками.